ГАЗ-66, и мы с вещами поедем на Аку. Кордоев, что ли? А? Кордоев, да? Не понял. На 66-м Кордоев приедет? А, от Эдуарда. Я не знаю, какой водитель будет. Ну, я... От него. Он тяжелый. А, нет, смотри. Сейчас. Подойди, пожалуйста. Подойди. Ты главный, да? Второй главный. Миша, да. Нет, я вот думаю, вы голодать здесь будете или все же мы разводим продукты? Да-да-да, сейчас. А ты унес хоть одну коробочку продуктов? Помидоры, это вот и все. А, это все? Да. Ну а что, их много, всем хватит. Там еще есть. А, в общем, Ир, тогда возьмешь с собой мальчика. Мне надо успеть вам на той штуке свалить. Вы есть будете на маршруте или нет? Сейчас, Гим. Мальчишки, нужна ваша помощь. Экстрим. Давай. А сейчас наша задача выбить людей и отпустить Гима. Блин, я думал, здесь нет лет. Это кура скрестить. Ой, какая красота. А вот сюда складывай только. Сюда? Это легче. Да. Молоко на улице поставь, походу пакетик. А, или этот отхватил у тебя. Не, молоко у меня в этом. Нет, отхватил этот пакетик, ты волнуешься. А скажи мне, пожалуйста, с туалета возьми мальчика и белье еще. Все забрали. А, телефон, короче. Возьми мальчика. Полочки, блядь. Подушка моё. Вот это вот одно. Там что? А? Там что? Давайте посмотрим. А, ты еще нету, да? Вот здесь. Ага. Полностью чистые. Вот. Тут надо было хорошо вот это. Сейчас я через свет сделаю.